Впервые за всю историю войн с татаро-монголами русские переходят в наступление. Дмитрий Донской размещает войско на узком поле, при этом один из полков скрытно занимает позицию в лесу у Куликова поля. Позже историки назовут этот полк засадным. Поединок татарина Челубея и иноком Пересветом, оба падают замертво. В бой вступают основные силы. Первый удар монгольской конницы, сторожевой полк разбит. Инициатива постепенно переходит к Мамаю. Монголы прорываются к ставке русских. Знамя князя Дмитрия повержено, а князь ранен. Решающий момент битвы. В открытый тыл ордынской конницы врывается засадный полк. В стане монголов паника. Их атакует полк правой руки и резервный полк. Ордынцы бегут. Войско Дмитрия Донского преследует Мамая до полной темноты, но хану удается уйти. Однако его войско разгромлено впервые за всю историю Золотой Орды.